Шел второй день съемок пройки в Икеа. Да, ты так любишь взять из-под тишка подобраться. А по-другому нельзя. Друзья, привет! Мы в Нижнем Новгороде. Ждите, будет маленький смешной сюжетик. Сегодня у нас с вами новинки по плану. Все новинки, которые появились на данный момент в Нижнем Новгороде. Январь, 20 число 2021 года. Почему обозначаю дату? Чтобы когда вы, например, смотрели там через месяц, через два, вы понимали, что на вас ждут уже следующие новинки. В линейке рамок обновления. Линейка новая появляется Эдсбрук, белая, 50 на 70. Есть еще черная морилка и другие размеры. 1399. Угу. Саму раму. Видно, видно. ДВП, пленка, полистирол. 1400 стоит 50 на 70. Ну, скажу сразу, не бюджетно. Дим, мне бы косячок показать. Уже? Ага. То есть покрытие так, в ДСП? Ну, давайте местами поменяемся. Пленочная и... А вот так сделать. Так можем только мы. Вот, видишь? И никто, кроме нас. То есть пленочное покрытие не идеальное. Так, так, так. Замри. Камера хорошая, но не такой степени. Походу, женщина вчера вечером не в гостинице ночевала. Ваши руки дергаются. Так. Угу. Рама с паспорту. Значит, без паспорту 50 на 70, с паспорту 40 на 50. Дойдем до отдела оформления, покажу в упаковке она или без. Если без упаковки за 1400, это трэш. К нам потихоньку опять возвращается новая, хорошо забытая старая. Это линейка Клипан. В эко-коже продается снова уже давненько, 20 тысяч. Наконец стали появляться в ткани. Обещали, что появятся и новые чехлы. У Клипана стала толще вот эта часть, намного. Сам отдельный диван стоит 10 тысяч. Кстати, это дешевле, чем когда Клипаны продавались раньше. А чехол от 4 тысяч и выше будет. Дим, давай покажем рельеф. В принципе, у Икеи такой ткани не было еще ни разу. Так, ну, полиэстер. Вот как износостойкость будет, пока непонятно. Главное, что чехол у Клипана съемный, его можно стирать в машинке. Кстати, хочу отметить, Дим, видно, нет? Он не чисто серый, здесь вкрапления синего, черного, серого и белого. Ивангую, скоро эта ткань будет и на Поинге, и на других. Да, возможно, кстати, смотрится интересно, такая елочка. Единственное, что мне непонятно, то ли ребята немножечко не постарались, то ли чехлы сейчас такие стали, потому что натянут он вот так себе натянутый. Теперь давай по удобству. Вообще я клепаны люблю. А куда это? Это либо гостиная, возможно, если это большая детская, плюс это офисы. Потому что когда клепаны, на заре, да, нашей бытности только, когда мы начинали быть доставкой Икеи в Саранске, клепанов мы привозили очень много. И их брали в основном офисы. Угу. Белая кожа, черная кожа, помнишь, оранжевые диваны были, то есть разного цвета, разноцветные. Очень популярны, кстати, да. Были клепаны. Нет, на самом деле диван удобный. Вот у нас сейчас дома дивана никакого нет. И я убедилась в гостинице, находясь, что мне не хватает небольшого дивана, чтобы сесть работать. То есть не за столом, не на кровати с ноутом, а просто вот в уголок сесть. Поэтому диван дома должен быть. У клепана, повторюсь, очень хорошо изменилась вот эта часть. Раньше она была более плоская, менее объемная. Сейчас прям под спиной мне удобно. Ну это кафешки, кальянные. В детскую, если детская очень большая. Ну да. Прям диван, так что в нашей детской он полкомнаты займет. Где можно использовать его. Ну, спать же на нем в полноценник не получится. Так, по размеру. 180 на 88. Обивка называется кабуса темно-синий. Ой, темно-серый. Все, пойдем. Так, у Бесты появился новый каркас. Ой, каркас-фасад. Суд Тервикен. Размер, по-моему, 60 на 40. Нет, 40, 60 на 30. Да, с 1,20 м, 60, да, 60 на... или 60 на 20? Ну, никак не 20 точно. Не 20, раз, два. Значит, 60 на 40. Это фасадная часть, которую можно использовать как дверку и под ящик. Стоит 1200 за штучку. ДСП обтянутые, как обычно, пленкой. Да, панель ДВП. А нет, кстати, акриловую краску. Причем, смотри, как идеально сделано. Очень красиво, интересно смотрится. Будет сочетаться и с Хемнесом, и с Мальмом.
принципе, подойдет ко всем базовым линейкам Икеи, когда вам нужно разбавить цвет. Жалко, что нет еще на большом выставочнике посмотреть, какие размеры еще будут. И еще смотри, что появилось. Этого не было у Беста. Mm-hmm. То есть закрыты заглушечками силиконовыми полупрозрачными. Раньше это закрывалось белыми заглушками, либо не закрывалось вообще у бюджеток. А сейчас такие силиконовые заглушечки. Плюс, смотри, появились такие вот стопорки. Для чего? Чтобы не шумела дверка, когда ты ее закрываешь. Пробуем? Ну, давай. Здесь у нас петли классический Беста с плавным ходом. И нет вот этого защелкивания. Мне понравилось по качеству. И, кстати, ребят, ценник очень адекватный. Да, это немножко рукожопые сборщики. Это, конечно... Это не рукожопые сборщики. Это покупатели, которые любят часто открывать... Ну, то есть ты хочешь сказать... С душою, можно сказать. И крепление нижнее, чувствую, или верхнее, оно провисло. Ну так, друзья, продолжаем снимать. У Экита появился новый цвет, серо-бирюзовый. Кстати, сейчас дойдем, покажем кухню Кнусхольд. Кнусхольд немножко другого оттенка. Цвет красивый для микса, для разбавления пространства. Очень классный. И он сейчас среди дизайнеров очень-очень популярен. А размер стандартный, 35-25x35, плюс ценник ходит с шины. Цена 1400 с шиной. Не хотите шины покупать, welcome, дырявьте так стену. Но на шину это логичнее его повесить, он будет ровнее висеть. Дим, давай отойдем, чтобы не мешать, я не могу не поделиться. А синяки? Этого мы уже снимали в одном предыдущем, да. Ага, друзья, когда мы снимали в Краснодаре, показывали новые диваны некоторые. А там был такой красивый мятный большой диван, который вернулся в ассортимент. И там на некоторых местах чехлы были на липучках. Это не значит, что у всех диванов какие-то элементы на липучках и съемные. Просто мы сейчас наблюдали такую картину, как несколько человек дербанили разные диваны, пытаясь отодрать обивку от Фрихитона, пытаясь отодрать обивку еще от какого-то дивана. Я просто не поняла, я просто в шоковом состоянии стою до сих пор. Ребят, не надо драть диваны. Вы можете спокойно подойти к сотруднику отдела, если вы сомневаетесь, съемный, несъемный чехол, либо прочитать этикетку. На ней все написано. Все. И еще вчера прилетел такой рассказ в Инстаграм от подписчицы. Она как бы рассказала это шепотом. Понятно, что видео нет, жаль, что нет. Дима ржал долго, говорит, дай видео. В общем, это тоже было в Нижнем Новгороде. Два дивана, один внизу, один наверху, только разного цвета. Наверху я имею в виду вот эти постаменты икеевские. Наверное, они из гипсокартона, да, Дим, скорее всего? Нет, они металлические стеллажи большого размера. Нет, вот эти короба белые, красивые, вот, на которых сверху ставятся диваны. Ну, конструкция. Ну, пойдем покажем. Нет, не пойдем, я со смеху упаду. Ну, и там... Ну, ты заодно продемонстрируешь. Так, смотрите, чтобы не быть голословным, мы специально вернулись. Я имела в виду вот этот диван. У него некоторые элементы на степлере. Это значит, что отодрать нельзя, пожалуйста, не отдирайте. А некоторые элементы, как вот здесь внизу юбочка, для чего? Это самый пачкаемый элемент, потому что ногами постоянно задевается. Он на липучке. Вот его вы можете снять и постирать. Остальное чистится, как обычно чистятся все диваны. Сейчас нет проблем с клининговыми службами. Нет проблем с домашней химчисткой, где вы можете сделать все это самостоятельно. В общем, пожалуйста, у меня к вам человеческая просьба. Не дербаньте диваны, потому что сотрудников, их не хватает реально физически в магазине. И если каждый будет подходить и выдирать, потом это нужно ремонтировать, давайте пожалеем людей, которые здесь работают. И не будем заниматься вандализмом. Да, это вандализм, ребята. Потому что в магазине вы, можно сказать, ногами на диванах прыгаете, а дома, вы боитесь даже подойти к дивану. В общем, прикол, про который нам написала подписчица. Вот этот постамент, на котором стоят диваны. То есть, вот смотрите, внизу серый диван, здесь зеленоватого красивого цвета. Человек залез сверху вот сюда, но это был другой диван, и сидел, тестил попой. Ребят, она, конечно, капитальная, но не настолько. Это раз. А два, как вы ползете? Вот сюда наступая, сюда залазя. Извините, но это свинство. Дим, подтверждение, даже след есть. Вот даже есть след. Тихо-тихо. Давайте запечатлеем. Ну, тут много следов. Поэтому давайте оставаться людьми в любой ситуации. И наш любимый магазин дербанить не будем. Правда, ребят. Ну. И относитесь к мебели выставочной так, как вы относитесь у себя дома. Точно. Мы пошли дальше новинки снимать. Нашла идеальную корзинку для Билли.
Тетинг, бамбук, листья банана естественные. Бамбук я цвет имею в виду, как у бамбука. Смотри. Мне кажется, мы ее в одном из новинок, может быть, снимали, либо похоже. Она очень красиво, стильно смотрится. Таким образом, можно и хламик всякий сложить, его не особо будет видно, и легкость конструкции оставить. 1000 рублей. Ну, за ручную работу, за натуральное волокно, мне кажется, это адекватно. Обратно? Пойдем. И еще полезность одна в клювике вам принесла. Смотрите, такой очень-очень частый вопрос, и потом такие гневные комментарии. Ну как же так? Там же написано, друзья, все, что связано со стульчиками именно на колесиках. Смотрите, на каждой этикеточке есть такая информация, что здесь встроен безопасный дополнительный стопор. Что это значит? Это значит, что стул, когда вы к нему подходите и планируете попу свою посадить, вот обычно как мы садимся на стул, да? То есть вот подошла ногами, нет, вот на этом покажу, подошла, ногами дотронулась, села. А если бы стул катался, был такой опыт у Икеи, катающийся во всю стулья, то вы подошли, вот так тронули ногами, он у вас укатился, вы попу сели не туда, куда надо. Поэтому стопор встроен для того, чтобы стул у вас не откатывался в тот момент, когда вы хотите на него присесть. Если вы выбираете для ребенка стул и не хотите, чтобы дитё у вас круть-верть делало, пожалуйста, выбирайте стулья без колесиков совсем. И есть варианты офисных стульев, есть варианты просто из группы столовой, которые очень хорошо держат спину, у которых есть посадка. Поэтому вот эти моменты, друзья, давайте тоже как-то, в голову, что ли, включать. Не бездумно делать покупки, а потом говорить: ой, а тут вот так было написано, а у меня вот так. Поэтому я прям вот, у меня наболело сегодня это, вот от души призываю, давайте вот, с головой подходить к покупкам. Хорошо? Пойдем в кухню. Друзья, одну новинку мы вам уже показывали, появилась еще дополнительная новинка, очень мне понравилась. A-Leaf, это передвижной экран и опора для него. С комплектом стоит 9000, смотрите. Очень классно, когда нужно отгородить сотрудников между собой, когда, например, вот как у нас, да, работающий по ночам за компьютером муж, либо я, чтобы друг другу не мешать, можно спокойно такую штучку поставить и загородить от света, либо, от того, что мешает. У нас компьютерный стол. Название не помню, могу показать. Нет, я имею в виду, когда вот, например, компьютер, вот как мы сейчас в гостинице поселились, что вот, допустим, я сплю, а мне в глаза твой монитор. То есть, чтобы вот это для этих целей можно использовать, и эстетично вполне выглядит. Но мне очень понравилось разделение сотрудников. То есть, таким образом создается какое-то хотя бы визуальное уединение, что ты вот ограничен, ты один. 9000 рублей штучка стоит. К сожалению, темновато. Не можем передать полный цвет. Ну, вот здесь вот, может быть, вот в этом уголке. Попробуй, пожалуйста. Хотя бы вот так. Это Кнухсхольд глянец синяя бирюза. Очень красивый, благородный оттенок. Мне безумно понравился. По исполнению тоже не придраться. Я вообще сначала подумала, что это метод. Вот честно, что появились, компактный метод. По факту нет. И причем, смотрите, Кнухсхольд бирюза, давай куда-нибудь, где посветлее. Вон пойдем туда пошли. Да, Кнухсхольд бирюза представлен просто в куче вариаций. Это навесные шкафчики 4 видов. Сейчас. Секундочку. Я не успеваю. Давай. Навесные шкафчики 4 видов. Размеры можно увидеть 40 на 75, 60 на 75, 60 на 60, 120 на 75. Напольные шкафчики 1, 2, угловой. Напольный шкаф устроить мойку, с возможностью устроить мойку и духовку. Красиво, честно, стильно смотрится. Вот даже как-то его бы издалека... Нет, его не видно, он тоненький. Поэтому, кто хотел Кнухсхольд вот в этом цвете глянец синяя бирюза, и вы понимаете, что он вам полностью подходит по цвету, берите, не думая. Смотрите, в Нижнем Новгороде есть вообще большая шпаргалка по Кнухсхольду. Дим, покажи, пожалуйста. Она находится перед очередным запасным выходом, перед тем, как попасть в раздел методов. То есть здесь все, что нужно для Кнухсхольда, если вы самостоятельно не можете решить. Здесь представлены все варианты, то есть как это будет выглядеть сочетание столешницы плюс фасадов. И вот она, бирюза, здесь тоже представлена. В принципе, красивые. Мне вот из Кнухсхольда бирюза нравится, мне нравится очень серо-зеленый и просто нравится белый либо белый глянец. Столешку, имейте в виду, поменять нельзя. Либо вы просто отдираете эту столешницу и не используете, и берете другую.
А так столешница у Кнуксхольта очень даже достойная. И за адекватный деньги, вот смотри, 27 тысяч, вот такая кухня. 27-750 на 1,60 м под мореный ясень. В цену включены каркасы, фасады, полки, столешницы, ручки, петли, цоколи, ножки и ящики. Ну, все кроме техники. Мне кажется, вполне адекватная кухня по ценнику. Явно бюджетнее, чем продается где-то вот на заказ за небольшую денежку. Дима! Я нашла ее, видно по-хорошему. Во, вот, Татьяна Павловна, я теперь с тобой дружу. Так, смотрите, здесь у нас сочетание Кнуксхольта нового цвета бирюза с белым глянцем. Опупенно просто смотрится. Очень стильно, легко. Еще бы цоколь, конечно, закрывающий. Вообще бы цены не было данной кухни. За счет глянца, с глянцевой поверхности и темной, да, вот оттенок не белый, оно придает визуальный эффект пространства. Объемная кухня. Да, оно как бы визуально становится больше за счет отражения. $42,450 без учета раковины, духового шкафа, вытяжки. Ну, это очень большая кухня. У тебя, по-моему, у сестры в Москве подобного размера Кнуксхольт, да? Только наоборот перевернутый. Да, 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 да. Что-то похожее есть в этом. Здесь еще у нас пространство. И здесь ящик и шкафчик. Ну, безумно красивая кухня. Я, конечно, не знаю, насколько долго продлится актуальность данного цвета, но если вам нравится, невзирая там, да, на какую-то моду и так далее, просто берите. Вот что-то и все. У нас сегодня новинки затянулись. Да, затянулись. На попкорн, лирику тянется. Культарт. Давай. Ой, Дим, иди. Иди снимай, я порелаксирую. Ребят, ну это такая красота появилась, я не могу, прям пищу стою. Значит, линейка называется Гультарп. Гультарп. А линейка очень обширная. Это рейлинг. Они разного цвета. Давай прям поэтапно, потому что у нас еще нет ни отзывов. Я могу оценить только визуал, эстетику и материал. Значит, рейлинг из линейки Гультарп. 80 сантиметров, полированная желтая медь. Переворачиваем. Сталь, никелированное покрытие. Слушайте, это будет очень долго служить и не облезет. 80 сантиметров стоит 1000 рублей. Не забываем, что любой рейлинг можно подпилить, но тогда у вас не будет но вот этой я красоты. Я боюсь, он начнет темнеть со временем. Такой риск тоже есть, потому что слой обработки будет снят. Так что, да. Если вы готовы взять на себя такую ответственность, welcome. Но зато он даст свой шарм. А в местах, где часто будет это... Соприкосновение? Да, она будет светленькой, а в тех местах, где будет... Будет темненькая. Будет темненькая. Такой состаренный эффект патины будет. Крючок Гультарп, 5 штук, 7 сантиметров, стоит 400 рублей. Вот эти крючочки. Количество в пачке? Количество в пачке 5 штучек. Есть точно такие же еще никелированные. Вообще линейка представлена в трех цветах. Желтая медь, черный и никелированный. Никелированный, кстати, побюджетнее. 5 крючочков стоит уже 300 рублей. Так, дальше. Тоже Гультарп. Кухонный рулонодержатель. Ну, сюда можно и полотенце положить кухонный, и что-то другое. Ну, вообще, кстати, очень интересный держатель такой появился. 249 рублей. Что черный, что никелированный, что желтый. Так, дальше. Контейнер Гультарп. Желтый медь полированный. То есть он получается комплектом. Вот такой держатель и... Металлическая. Металлическая ведерочка. Хотите под цветочек, хотите под какие-то, я там, не знаю, ну, баночку. Кстати, тоже предусмотрели, смотрю, кстати. Эки начинают потихонечку задрачиваться, наверное, по этой теме. Чтобы не царапало. Не только царапало, но и не брымчало. А, да, кстати. Когда ты ее без этих вот, там она полупластиковая, полурезиновая накладочка, она идет как раз вот. Как стопорок. Не как стопорок, а идет... Да, вот. Чтоб не гремел. Вот, ну, да, видишь, второй вот, убери. Вот. Второй убери. Не, ну ты, у тебя еще одна штучка есть. Она вот как погремушка у тебя будет сейчас. Вот. И, соответственно, она у тебя на фасады кухни будет оставлять краску. Так, со временем. И я опять же призываю резиночки не тырить. Люди. А то мы уже задолбались менять людям эти ножеточки пустые. И это вот большой-большой плюс. Ну да, я с тобой прям полностью согласна. А, так, смотри, дальше едем. Гультарп. Крючочки 11 сантиметров, пачки 2 штуки по 250 рублей. А, это никель, а золотые и черные 300 рублей. Еще смотри, фишка. Гультарп. Ребята, не путаем, это размером побольше.
Это поменьше. А там размером поменьше. Еще смотри, какая фишка. Rolling Fintorp, коллекция, которая выходит. То есть Гультарп совершенно спокойно сюда одевается. Включаем логику, значит, Гультарп практически подходит к любому круглому рейлингу. Да. То есть можно сочетать, исходя из того, что у вас есть наличие. Давай дальше двигаться. Ой, какие красивые. Контейнер, сетка, 999 рублей. Я чувствую, требуется обновление у нас обзора. Да, мы будем, да, Fintorp, будем отдельно, значит, снимать. Так, 999 рублей, черная сетка, 31 на 16, круглики, 14 на 16, черная сетка, 500 рублей. А, ведрышко мы показывали вам белое, есть точно такое же черное, вообще 400 рублей. Можно куда угодно пришпандорить. Крючки черные, 249 рублей, 5 штук. Еще смотрю. А нет такого, что тут как, так же, как и в золотом, побольше и поменьше размер? Есть, они все по цветам миксуются. Угу, угу. И еще магнитная планка. Но магнитная планка только черного цвета, 38 сантиметров. Припотимись, покажи. Еще смотри, в ведрышках есть вот такие поддончики для сбора воды, чтобы у вас ничего не гнило. Такая сушилка посудная, 999 рублей, размер 29, 38 на 37, ну, тоже полный аналог Fintorp, ну, как, не полный аналог, а по идее, идея взята у Fintorp, но будет меньше занимать места, потому что нет вот этих, слушай, хорошая сушилка. Я предполагаю, так вот чисто визуально, она хорошо подойдет к мини-кухне Ровароро. Да, с Роварором. Кстати, скажи, спасибо, что сказал про Ровароро. А, ребят, чтобы у вас не было вопросов, куда делся Ровароро, мы будем по нему снимать отдельный обзор. Он находится в очень таком темном помещении. Темном, лофтовом, красивом помещении. Нам дизайнеры постарались, но у нас с собой другая камера сегодня, и нам нужен свет будет допом. Поэтому снимать мы будем Ровароро, когда в следующий раз приедем. Подождите, наберите терпение. У нас все-таки Икея не под попой, и мы... И мы ездим. Кстати, но не всегда. Кстати, надо как-нибудь провести даже прямой эфир, или прямой эфир, либо вообще просто о нас, о Ютубе. Вот в таком ключе я к чему. А, сегодня мне прилетел в Инстаграм комментарий, когда я написала, что мы заселились в Хилтон. Ну, конечно, вы столько зарабатываете. Говорю, друзья, блин, не надо сравнивать пряники и не пряники. И в Хилтон, кстати, мы заселились за 6 тысяч рублей за 3 дня. Это дешевле, чем квартира, по сути. Так, про посудный Гультарп сказала, никелированный, такой же размер, отличается по цене. Значит, еще смотрите, новая линейка, я очень давно ее ждала, она давно появилась в Европе, до России никак не доходила. Неребю, береза, рейлинг стоит 300 рублей, очень классно, куда-то к детскому столу его прикрутить, для каких-то вот, ну, таких целей, плюс хорошие металлические крючки, то есть вот такой крючок, он спокойно детский рюкзак, женскую сумку выдержит. Дима, попробуй пальцем потянуть. Ну да, тут. Достойно, да? Килограмм есть и точно. Ну-ка, потяни пальцем. Ну, даже 30-ку держать будет. Набор. Реликс только не выдержит. Да, реликс только не выдержит. Набор из 5 крючков 1300 стоит. Ой, я что сказал? 130 рублей. У Димы глаз задергался. 1300. У меня сумка на полу поставить. 130 рублей, 5 таких крючочков стоит. И есть маленький рейлинг 40 сантиметров. То есть большой 60 сантиметров, 300 рублей. Маленький 40 сантиметров, 200 рублей всего. Ребята. Кто давно любитель Икеи? Появилась Бекова, полочка из сосны, из осины даже теперь. Она раньше была из сосны, я рефлексом говорю, сосна. 300 рублей. Труд, седьмой класс, школа. Такие полки делали? Я не понимаю. Ну, не знаю, может, для вас, женщина, это няшно. Это вот для баночек, где? Ну, для мужчин это смешно. Окей, сделай мне такую полку. Будет тебе счастье, ну, потом. Вот и все. Поэтому я пойду и куплю ее. И за 600 рублей смотри. Ну, я сейчас не буду это делать. Неребю с двумя крючочками, отдельная полочка. Кстати, у Неребю материал какой? Очень на бамбук похоже. Массив березы. То есть береза тоже одна из прочнейших материалов. Ну, вот это, согласись, красиво за 600 рублей? За 600 она более симпатична, чем за 300. Ну, сосна за 300 рублей, тай. Ну, осина. Это... Осина. Ну, и пусть осина даже. Увольте меня. Так, мы в отделе столов и стульев. Появился офигенный, просто красивый стол. Дандерюд. 130 на 180. Белый. Дизайн металлических ножек напоминает резные деревянные. Представь, это металлические ножки. Окажется, как будто дерево резное, да?
Мы сейчас сначала по столешнице пройдем. Что это значит? Металлические ножки, ребята, они у вас не будут разваливаться. То есть этот стол не боится, когда вы возле него вылили 5 литров воды. Боятся только ваши соседи. 11500 стоит подстолье. Ножка сталь, эпоксидно-порошковое покрытие. Внутренняя ножка сталь, столешница ДСП и дубовый шпон. Плюс массив бука. Так, что это значит? Короче, дома можно морячку устраивать, да? Морячку можно. Сейчас я хочу... Иди сюда, я хочу оценить столешницу. Гладкая. А в некоторых местах вот эти прослойки, шпонирование, то есть щелочки, имейте, пожалуйста, в виду. То есть если у вас сел ребенок красками рисовать, и нет никакого защитного покрытия на столе. Кстати, вот здесь Юск в помощь, да, со своими клеенками красивыми, прозрачными? Ну, какая хорошая коллаборация. Да. У меня быстро коллаборация возникает. Дим, я в сибирском чему обучаю специалистов? Коллаборациям. Точно? Точно. Когда можно с одной клиентской базы два раза заработать. Человек купил стол, заработал один магазин. Человек купил клиенку, заработал другой магазин. И трое рады. И трое рады, и человек у магазина. Значит, смотрите, вот эти, пожалуйста, трещинки имейте в виду, это норма, потому что это шпон. Шпон – это тонкий слой дерева. Вот. Не знаю, будет заметно. Но очень хорошо сделано, что так вот... Его уже незаметно. Красивый стол. В кои-то веки я прямо в восторге от стола, я довольна. Так, сейчас пойдем покажем новые стульчики и чехлы на них. Наконец-то до нас, до России, доехали стулья Экедали. 4450 стоит чехол. Легко снять и постирать в стиральной машинке. Варианты есть белый, коричневый, темно-коричневый. То есть теперь к Экедали есть полностью подходящие стульчики. Имейте, пожалуйста, это в виду. Красиво смотрится. И вы знаете мое отношение. Кто ко мне на консультацию приходил по Икее, Экедали я люблю. Каркас – это массив бука и прозрачный акриловый лак. Сиденье ДВП и пенополиуретан. Дим, ну согласись, за массив бука. Папы. Ну, это классический стул для тех, кто хочет с мякушечкой. Ну, не знаю, я пока не готов. Чуть-чуть еще не Ты готов. Ты еще не старенький. Ой. Я все жду папа-стул, который мы увидели в Турции. Кстати, кто смотрел обзор турецкий, вы знаете про это. Так, пойдем новый стул еще по... А, нет. Рано побежали. Смотри, как классно. Здесь стул Ветбу, который кресло. Очень сюда хорошо вписался. Нет, это не кресло, Дим, это именно стул Ветбу. 15 тысяч. Вы знаете, как я отношусь к Ветбу за счет вот этих съемных уголочков? Но данный стул, он очень тяжело вписывается в этот стол. Тут стол должен быть намного-много-много длиннее. Ну да, просто воткнули. Я имею в виду вообще сам функционал, вот это вот... А так, в принципе, решение очень интересное. Очень безумно удобно, но 15 тысяч. То есть на семью тебе надо 60 тысяч потратить, чтобы 4 стула вписать. И не устанем напоминать, что мы даем консультации согласно по икеевским вопросам всем в спонсорском чате. Либо на индивидуалку записывайтесь. Так, пойдем. Еще один новый стульчик Эгельстад под антик. Массив береза, акриловая краска. Сиденье фанеры, березовый шпон. Слушайте, это березовый стульчик, он довольно-таки легкий. 1800. Из нюансов, которые вы, возможно, не увидите на сайте, это не скрытый крепеж. Но при этом береза не такая мягкая, как сосна. Более износостойкий материал. И рельеф за счет того, что нет такой сучковатости, как у сосны, кажется более гладким. Ну вот, например, Ивара с сосны. Дим, видно? Да. Либо вот этот новенький стульчик. Ну, более гладенько смотрится. Так, а я еще хотела, знаешь, что показать. На сами стулья Экедали есть чехлы. Но почему-то дизайнеры вот так решили это увидеть. Напялили их на другие стулья. Чехольчики разного цвета. На резиночке стоят 300 рублей. И у меня такое вот чувство, что они не подходят ли к старым белье. Значит, светло-серый и оливково-зеленый. Три цвета. Каждый стоит... А, нет, 500 рупий. А почему я думала, что 300? А почему много складок так? А? А почему так много складок? Что-то она... Да так это не на него, это от Экедалина. А просто нацепили на другой стул. Так, отвечаю сразу на вопросы страждущих, касаемо комодов Мальм. Ребят, по факту ничего не изменилось. Немного изменились размеры. Вот, допустим, этот комод был 160 на 80, стал 160 на 78. А что это значит? Что теперь немного... другого размера ящики. Все. Ну и ценник чуть подрос. А вот этот комод
как и было, 80 на 100, здесь ничего не изменилось. То есть в основном поменялись именно большие. А по поводу новых материалов и нового сырьевого поставщика, который использует IKEA, я вам, к сожалению, сказать на текущий момент не могу. Почему? Потому что еще не наработана база. А нужно понимать, как это дело будет эксплуатироваться. Но визуально особо не изменились. И я даже бы сказала, например, вот под беленый дуб комодик стал более ровно выглядеть, меньше серого. Как скажешь? Да, он более такой насыщенный стал. Да, более, то есть более, более красивые текстурированный. Оттенки. Более красивые оттенки, даже вот ясень более красивый оттенок. Даже фактура здесь другая. Вот. Вот, смотрите, вот сама прожилочка, как будто бы. Поэтому поживем, увидим, как говорится, как это будет эксплуатироваться в новом поставщика. Опять вспоминаем Юск. То, что я видел в Юске. Обычный белый этот? Такого в IKEA нет. Друзья, шонка полностью покинула ассортимент, и полный аналог шонки – это хемглад. Допустим, вот тот же сотейник Шенка, про который вы очень-очень многие мне задавали вопросы. Пожалуйста, хемглад – его полный аналог, только подороже на 100 рублей. Поэтому совершенно спокойно покупаем ее, серия та же. Ну, посмотрим, как себя дальше в эксплуатации покажет. Хотя фактически все технические характеристики одни и те же. Так, смотрите, за 1300 нашла 5-литровую пароварку «Бамбук». А, как нам предлагает IKEA, мы ставим ее в сковороду и используем. То есть нагревательный элемент, сковорода. Внизу, соответственно, вода. Раз ярус, два ярус. Так, сейчас почитаем инструкшн. Ничего такого нет. Сколько слоев можно использовать? Походу, все-таки один. Хотя... Да нет, если воду вниз налить, достаточно будет, да? Угу. То есть два яруса, 5-литровая бамбуковая пароварка. У меня пока нет, я пользуюсь мультиваркой. В общем, у кого есть, давайте делитесь, я в легком шоке. Так, еще одна новинка. Сандвива, прихватка силиконовая, не магнитная. Ну, она была раньше квадратная, да. Но была красного цвета. Нет. И магнитная, нет? Нет, они вот. Это и что? Как и есть 450 рублей. А, что я показываю? Отвлекся. Еще раз покажите. Вот, пожалуйста, прихватка Сандвива силиконовая 18 на 18, 200 рублей. Угу. Их периодически просто меняют название, либо визуал немножко, а так они одинаковые. Грион Сакер 200 рублей. А, ложечка. Ну, такая лопаточка для салатов, для накладывания объемного салата. Ну, кстати, очень можно на подарок людям, кто любит бамбуковую посуду. Мелочи приятно. 200 рублей такая штучка стоит. Пойдем, покажу. Знаешь, какая штука вернулась? Ты ни за что не угадаешь. Mm-hmm. Помнишь, что ли? Mm-hmm. Пресс для чеснока. 499 рублей. IKEA 365. Но это, наверное, лучший пресс для чеснока, который может быть. То есть он гораздо даже лучше того пресса, который... Mm-hmm. Смотри, какой Wonderful, да. Вот эта часть отдельно. Сюда. Сюда. Прорезиненные ручки. Ну, визуально скажу, он выглядит этот, убеждающе. Ну, вот ты просто его даже в руку возьми, он очень тяжелый. Я вижу, что железо-то не тоненькое. То есть, мне кажется, можно даже в профессиональной кухне использовать, да? Ну, почему бы и нет? Дима, так это, бывших поваров-то не бывает, оценивающим взглядом. Но, к сожалению, так до сих пор нету у нас некоторых элементов. А, смотри, еще вернулись к нам. Это не новинка, они просто пропадали. Тоже очень классные для рыбы и птицы. Есть квилла, клювы. У нас они тоже есть дома, мы ими пользуемся. А есть побюджетнее, 300 рублей. Их просто до этого презентовали как новинку, но она почему-то на российский рынок долго не заходила. Ой, да даже дуршлаки идеалист появились, которые люди ждали месяцами. В общем, вот такой вот клюв, такой вот такие ножницы, жалко, нет в раздербаненном виде, чтобы вам показать. Но ножницы стальные, тяжелая, хорошая ручка, и ну, для рыбы идеально. Потому что такие вещи тоже дома нужно иметь. Так, новые варежки прихватки появились. Хильдегун, 150 рублей. Вот такая варежка, поменьше. Вот такая большая варежка. Мария Терес. Мария Терес. Кто говорил, что силикон хороший? Вот, ребят, работают повара вот в таком. Ни в каких силиконках. Да, и обязательно, желательно, вот по локоть. Это правильно, очень правильно. То есть вот это вот прям... Да, да. Это вот это безопасно, это правильно. Смотри, какая простеганная толстая. Чем длиннее, тем лучше. То есть ты как повар вот это дело рекомендуешь? Ну,
как правило, на кухне духовки очень глубокие. И чтобы залезть? И ты, чтобы залезть, тебе приходится практически всю руку туда протягивать. Вот смотри, еще новые прихваточки. 80 рублей. Хильдегун. 19 на 19, 79 рублей всего. Made in China. Китайцы. Очень интересная тряпочка появилась. Нужно купить, потестить. 69 рублей. С одной стороны, она мягкая микрофибра, а с другой стороны, она такая вот... Поролончик? Поролончик какой-то, да, колюченький. Знаешь, наверное, что-то все-таки вот оттирать. И за нее пальчики не цепляются. То есть вот если, например, взять фикс-прайсовскую микрофибру, у меня пальцы цепляются за нее, кожа. Здесь нет. И всего 69 рублей. И я думаю, служить будет долго. Поэтому не покупайтесь на... Жалко, зима, я бы этот... Для машины? Проэкспериментировал, да, в машину вот эту приборную панель вытирать от пыли. Ну вот попробуем летом, ну ближе к теплу. Поэтому не всегда что-то дорогое обязательно покупать в плане уборки. Просто многие не знают. Ну, большинство уже... А кто не знает, расскажу. Ладно, вот так. Приборную панель, чтобы хорошо вымыть, нужно протирать микрофиброй, чтобы не было разводов и вычищало пыль. Всю грязьку. Да. Вот. Вот эту тряпочку можно подтестить, она прям очень поэтому достойная. Я и хочу ее попробовать. Но у меня пока конь на зимовке стоит. Верните, пожалуйста, ножи из дамасской стали. Я буду жаловаться. Оказывается, это все в двух размерах. Нет, это другая, это кухонная салфетка, всего за 20 рублей. С одной стороны, это хлопок, хлопковая тряпочка, с одной стороны, это ворсинка, с другой стороны, это гладкая. 19 рублей, попользовался, кинул в машинку. Классно. Так, этим мы посмотрели Риник, теперь поехали дальше. Интересные очень штучки появились. Посудная сушилка-полка, 299 рублей. Well worth that. 13 на 32. Давай смотреть. Ну, маленькие тарелочки, если только. Вот если по мне, чем больше конструкций, тем меньше они надежные. Это все будет брымчать, это все будет падать. Была бы она литой конструкция, вот, была бы вот единая вот площадка снизу, да? Оно придавало больше уверенности. Но, тем не менее, есть что выбрать. И еще есть посудная, это посудная сушилка-полка, а это просто посудная сушилка. Я не знаю для кого. Для тарелок. В узкие верхние шкафчики. В маленькие, да, в маленькие помещения какие-то. Вот смотри, когда ты живешь один, у тебя две тарелки, две кружки. Если это общежитие. Когда живу я один, я ем бомжа. Посудная сушилка, 299 рублей. Well worth that. Уже под тарелки. Дим, покажи, пожалуйста, вот здесь стоит тарелка Фарграф 19 сантиметров, отлично умещается. И, судя по всему, есть еще к ним и оцинкованные подносики, которые тоже называются посудная сушилка. Значит, маленький стоит 249 рублей. Сделано это дело в Китае. Оцинкованная сталь, полиэстерное порошковое покрытие. То есть стальная, металлическая. Можно, кстати, как подносики под цветочки использовать. И вот такая большая, размером 52 на 35, стоит уже 450 рублей. Из нюансов, здесь вот такие зазубринки, за которые у вас цепляется полочка или посудная сушилка, и она не будет бегать. Вот. Имху мне вот это намного больше подойдет, чем то. Вот видишь, она. Но это разболтанная уже конструкция, надо подтянуть. Ну вот, у каждого свое мнение. Так, новые коврики. Не отключай камеру. И еще новиночку откопали в посуде, New Holland. Коврик для сушки посуды, лимитированная линейка, имейте в виду, 159 рублей, то есть впустили ненадолго и быстро разберут. Цвет очень красивый, просто ну, для тех, кто любит нехолидовские коврики, чтобы можно было обновиться. И еще салфетки кухонные есть по 69 рублей, Дим, не бегай, принесу. Махровенький 25 на 25 с рисунком, то есть что значит? С одной стороны белая, с другой синенькая, махрюшечка. Две штучки. Это получается по 35 рублей за салфеточку. Продаются парами. А вы знаете, что у IKEA теперь есть все для суши? Начиная от палочек, до тарелочек с отделениями и вот до таких красивых подносиков. И, кстати, сейчас дойдем до салфеток, покажу. Пример. Далеко ходить не надо. Значит, смотри, вот такой набор 700 рублей. Это подносы три миски. Ну, сюда приклеили палочки. Каждая мисочка в своем домике.
И, кстати, это можно потом использовать под свечи. Вот это. Ну да. Подносик бамбуковый, керамические, красивые мисочки. Тебе нравится? Да ничего. Пойдем тарелки новые покажем. Линейка Warfin. Новые стеклянные тарелки. По 4 штуки только продаются. 800 рублей, 26 сантиметров, цветок. Сделано во Франции. На Леомаре падение? Ну да, стандартно, потому что Леомарка там большой хороший завод, на котором очень многие производители, ну, делают заказ и изготавливают. Потом еще продают. Смотри, линейка стримик обновилась к безумно красивым бирюзовым цветом. Ценники такие же. Значит, в ассортименте большое блюдо 27 сантиметров за 500 рублей. Кружечка объемом 360 миллилитров за 199 рублей. Вот о чем мы говорили в начале обзора. Из-за того, что пошел вандализм, теперь все прикреплено, пришуруплено, чуть ли не на гвоздь. А прилетит. Вторая причина, просто некоторые берут и сразу несут к кассе. Так, миска 200 рублей, тарелка глубокая 250, маленькая тарелка 249 рублей, большая 249 рублей 27 сантиметров и малая 21 сантиметр 200 рублей. Что это значит? Что можно собрать целый сервиз. Начиная от блюда, сервировочных тарелок, глубоких тарелок, больших блюд, мисок и чашечек. Цвет красивый, очень такой прям вот весенний. Вообще в нижнем вовсю уже идет подготовка к весне, к весенней коллекции. Ой, смотри, какая красотища. 6000. Нержавеющая сталь, металлизированная. Кто давно хотел золотые столовые приборы, а еще они по 6 штук, а в принципе стандарт 24 предмета у Икеи. Вот такая вот красотень. Выставки еще нету? Нет, сделано в Китае, выставки нет, наверное, под него место приготовили. Он только-только, прям совсем новинка. Ну, смотри, форма классическая, да? И черпачок классический, и вилочка. Ну, жаль, не распакуешь. Ну, подождем, может быть, на выставке появится как-нибудь, потом покажем. Так, мы еще... Кстати, мы еще даже полмагазина не прошли. Ты представляешь, какой обзор был? А вы уже чайку все выпили. Вы уже чайку выпили. Поднос Warfin бамбуковый 47 на 32. Юрьевич, ну скажи красоте. На лапте похож, да? В молодости у меня полно таких предметов было на кухне. Подобного характера. Но мне кажется, он может лопнуть. Вот, то есть, если что-то тяжелое положить. Просто к этому я отношусь равнодушно. Нет, вообще, я вот с точки зрения функциональности. Телефон никак тебе в рюкзак не беру. Вот смотри, ты сюда поставил, допустим, там чай, да? Он все-таки тяжелый. Крепится на чем? Только вот на этих бамбуковых нитках. Ну почему чай? Не обязательно чай на этом таскать. Я имею в виду, что тяжелое, если что-то, может, его не выдержать. Я бы не рискнул. Потому либо что вот ручки не фиксированы. Либо вот так поддерживать. А то, что это легенько и не жидкость. То есть он такой, наверное, больше эстетический. Да. Так, еще хочу показать одну бамбуковую штучку. Вообще нас попросили снять обзор по бамбуковой посуде. Ребята, на самом деле ее очень мало. И полноценный обзор мы не сможем этого сделать. Сервировочная миска Грюн Сакер 28 сантиметров бамбук аж 1700 рублей. Ну, чтобы вы понимание у вас было, какая, да? 28 сантиметров диаметр. А миска Бландов практически полный аналог, только большего размера за 1500. Дим, ты какую взял? Первую. Я так и знала. Так, в посуде у нас Дмитрий Юрьевич все, мы плавно пересекаем в шторы. Появились новые подушечки, вообще свежак. А, нет, октябрь 20-го. Они подходят и для дома, и для сада. Внутри такой слой, очень похож на пенополиуретан. Сейчас оценю. Еще никто не заказывал, кстати. Сделаны они во Вьетнаме. Вспененный полиэтилен внутри. Жесткий. Ну, давайте то есть здесь получается ребенки. Как вот... Ну, такая плащевочка. А внутри... Если будет вообще эффект от этой подушечки на стороне? Нет. Особо нет, только прикрыть, либо эстетику создать. И заявлено, что есть еще серый, серо-бежевый. Но серо-бежевый, к сожалению, у нас пока не наблюдаю. Я не знаю, честно, но смысл? Очень тоненькая. Она тоненькая, она, конечно, дешевая, 80 рублей. Нет, это только вот прикрыть. Прикрыть сидушку. С ароматом. С ароматом, точно. Правильно сказать. Каскад Гран. Новые светло-бирюзовые с белым подушки 40 на 40. Чехлы несъемные. 400 рублей. Ну, красиво же смотрится. Вообще люблю... Рыбная чешуя. Рыбная чешуя. Чехуя. Ой, нельзя слово чехуя говорить. Чехуя? Да почему? Оно матом не является?
Нет, это а то дочь потом посмотрит и скажет: мама, почему ты ругалась матом? Все, все прилично. Ингибрита нового цвета. Пойдем. Кому нервы помотать? Игабрита. 130 на 170. А сначала было ингибрита, да? Ну, люблю я по-другому говорить. Все. Игабрита. 130 на 170. Серо-бирюзовый. Скажешь спасибо, что тебя помню, как зовут. 1700 стоит. Пойдем цвет покажем. С возрастом и это будет тяжело даваться. Знаю, я знаю. Я вздыхаю. Очень тяжело, с одной стороны, когда муж является оператором твоим. Цвет показываешь? Уже. Все? 1700. Вязанка. Просто другие цвета. Последний день по распродаже. Ну, я думаю, скорее всего, ее и продлят, потому что цвет выходит из ассортимента, и Икея логичнее это раскидать. Так, ковер. Тювельсе. 133 на 195. Темно-красный. На самом деле он с прожилками. Дим, как там видно? То есть здесь, смотри, бордо. В бордо вплетение красного, чуть-чуть желтоватого, таких разных цветов. Очень интересно смотрится, но непонятно, как он будет в плане ухода, мусора и пылесоса. И есть еще 170 на 240. Он 107, стоит 8 тысяч. То есть 6, либо 8 тысяч. Тяжело. Очень тяжело ковры показывать. Блин. Основа. Угу. Простроченный. Плотный такой. И довольно-таки, ну, очень набитый ворс. Прям битком набитый. Так, идем еще один коврик. К кухникнухсхульт появился коврик Морум. Тоже в серо-бирюзовом цвете. И, кстати, кнусхульт идеально подходит, да? Да, есть что-то вообще. Общая гамма, но с учетом того, что Морум вообще это неушибаемые ковры. Вы использовать можете где угодно, на улице, на веранде, в коридоре, на кухне. Да, они жесткие, да, детям по ним ползать неудобно, но они того стоят. Это полипропилен, подкладка синтетический латекс. Они хорошо простеганы, прошиты, коврики неубиваемые. Ценник, я считаю, более чем адекватный. 160 на 230 за 4500. Есть еще маленький 80 на 2 за 1800. Угу. Так, а в любимой вами линейке Экольн появились новинки в очень красивом бежевом цвете. Вообще давно задают подписчики такой один вопрос, почему нет спокойных оттенков, ну, когда ты делаешь, например, какую-то красивую лаконичную ванную и туалет. С педалькой. С педалькой. Тыдыщ! И далька. И показали видеоролик. Чего? Цивилизация. И само, да, с плавным доходом. Ты чего у меня? Вот она, замена смартфона в туалете. Дима вылез из пещеры, не пугайтесь. 900 рублей, бежевый цвет. Эликон на самом деле в разных цветах, просто периодически меняют. Сейчас мы пойдем туда и покажем еще остальную серию. Угу. Значит, Экольн зеленую распродали, нежно-розовую распродали, бежевые. Новинки. Держатель для жидкого мыла 400 рублей. Стаканчик под мыльница 200 рублей, стаканчик под зубные щетки 300 рублей. 400, 300 и 200. Она по ощущениям бархатная и нежная. У Димины мамы красивая зеленого цвета серия. Да, но она колется. Пожалуйста, имейте это в виду. Матушка сначала подумала, что она прорезиненная, ну и пару раз уронила. И давай кидай, да? Нет, потому что она не кидала. Так, друзья, мы вводили свет, появилось очень много штучек для зарядки. Дима по этим вещам у нас угорает, ну не угорает, а не это профессиональная необходимость. Из того, что я использую радиомикрофон, а в радиомикрофоне мы используем вот такие аккумуляторы. На 2450? Да. Нам это жизненно необходимо. 1300. Зарядная станция, да, это называется? Ну, раньше продавалась зарядная станция, вмещающая два раза больше батареек, с индикацией заряда. И с возможностью заряжать аккумуляторы 3А и 2А. Вот эти возможности. Вот это заряжать и вот это. А вот этот зарядник исключительно работает. Нет, на обе. На обе. А я думаю, только на 3А. А, да, надо все. Извини, амсор, амсор есть как раз вот. То на 3А и на 2А. Да. То есть есть возможность зарядить как маленький, так и большой. В такой коробочке он продается, шнур съемный, чтобы не занимать место где-то в чемодане, в багаже. Мне... Но этот походный вариант. А то, что у меня было, если я найду фотку,
Это зарядная станция. Я покажу вам. Смотри, что понравилось мне. Я хочу сказать то, что то зарядное устройство, его можно было вешать на стену. А это нет? Как самостоятельное устройство. А тут ты уже... А это мы не знаем, потому что намертво прибито. Да. Так, что понравилось теперь мне? Крышечка с мягким элементом. То есть мы ее не погнем, не поломаем. Даже если она у нас сломалась, ее убрали и полноценно пользуемся. Появился еще вот такой зарядник, но, к сожалению, нет цены. И мы ее не нашли, ни цены, ни описания. Но мы нашли вам вот еще что. Это удлинители с выключателем. По 1.5 метра, стоит всего 600 рублей за две штуки. Мне кажется, для сетевого, да, фильтра это? Это не сетевой. Нет? Это просто удлинитель с выключателем. Ну, это адекватный ценник? 300 рублей за штучку. Длина 1.5 метра, ну, да и везде примерно такие же цены. Ну, вот скажи, пожалуйста, вот эти головы зарядные у нас уже очень много лет, и киевские. Рекомендую. А шнуры, кабели, то есть ну, ничего не... Ну, извините, она вот это не поддержит. Quick Charge ну, да, и так далее, так далее. Зарядное устройство 2 ампера выдает на каждую дырку. Так, а есть, смотри, с длиной провода 3 метра. Давай посмотрим. А, еще с возможностью зарядки USB. Угу. Но, как говорится, в наличии нет, цены тоже нет. Ну и для себя, как походный вариант, я бы не стал рассматривать. Почему? Потому что... Я выбрал совершенно-совершенно иной удлинитель, который очень-очень компактный, но ты его знаешь. Он у меня в зарядный этот, монтажный станции. Да, но это потом покажешь, я не сильна в этих вещах. Так, в отделе свет, по-моему, мы... Пойдем, мы еще покажем, обновили провода. А мы их не показывали в прошлый раз? Показывали, но они сейчас поменяли цвет. А, ты уже к тебе купил? Да. Обычный микро-USB. Микро-USB? А, нет, это Lightning для айфона серого цвета. Микро. Микро серого цвета. Почему-то Type-C на USB стал красненького. Не знаю. Ну, клеточка по мне шнур от утюга. Это мое выражение лица, видели. Я сижу, стою чуть-чуть. Ну, провода, они в Африке, провода. Плюс добавили. Блин. Сейчас добавили нет. Type-C на iPhone переход. Type-C. Нет, это iPhone. Вот, еще новиночка Type-C. Сейчас так много таких зарядников, сейчас уже да? Современный мир потихонечку переходит на вот такое. Универсальный канал. Жопа 1.1 был. Не разные, чтобы были. Ну, я вроде про нет. Это нам надо? Ну, тебе бы да. У меня есть? Нет. Ну, я тебе, конечно, лучше бы в машину вот это бы отдал. Ладно, я пошла. Я ничего не понимаю в проводах, поэтому я молчу. Пока. Теперь можно. Потом понимает в проводах. А я в другом понимаю, поэтому каждая своя сильная сторона. Настольный светильник Энгар на динозавр 1300. Ну, это такой же шарик, что пандочка, что собачка, без безопасного пластика, поэтому если дитё треснет лобушком о полушку, все останется живо. Точно такой же светильничек Энгар на мячик 1300. Смотри, какой классный мальчишечек комната. Угу. Вот, и есть еще, покажи, просто они уже давно в продаже, это не новинка, собачка и пандочка есть. Еще я хотела одну штучку показать. Давайте пока на месте мы. После презентации вот этого продукта вам при каком-то обзоре, угу. Я, по-моему, новинку показывали. Да. Очень стал популярностью пользоваться. Очень предмет подойдет для, ну, для сельских жителей, у которого туалет система дырка в огороде. Он имеет свойство работать как ночник от розетки, допустим, у выхода. Ну да, кстати, удобно. Ух, воткнул, ну как вот. Бы и зарядное устройство, вот, ну, повторюсь, да? Как зарядное устройство, как ночник и как способ выхода в фонарик. Ночное время как суток. Как фонарик, то есть вот ты его воткнул, тут даже, кстати, можно и в деревне нам это. Давай почему-то возьмем. Я не озаботился этим вопросом, вот. Чтобы наши родители да, имели возможность ночью бегать по огороду. Ну они, конечно, по огороду ночью не бегают. Ну давай возьмем. Я уже взяла. Вот так вот. Близко подходить не буду, будет засвет большой. Галеон, 25 сантиметров, черный прозрачное стекло. Канделябр можно подвесить над обеденным столом или ближе к потолку, чтобы обеспечить общее освещение комнаты. 4000 рублей. Кстати, очень такой, Дим, стал популярный вопрос. А можно ли обрезать икеевские вот эти провода? Можно. Спокойно. Интересная штучка. Но обрезать я смысла не вижу. Все хорошо прячется, вот эта вся лишняя часть проводов хорошо в чашечке.
Да. Укладывается. Отлично укладывается. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду, не надо ничего. Дербанить можно просто сделать так, как будет удобно вам. А мы плавно перетихаем в отдел хранения, потому что в свете новинок я больше не вижу. Так, значит, смотри, помнишь, я тебе говорила, что Икея прямо в этот раз потянула на какую-то японскую сакуру цветущую? Такие очень нежные, красивые цвета. Сиена, ограниченная коллекция, имейте, пожалуйста, это в виду. Подставка для журналов 269 рублей. Ну вот хочется весны добавить. Можно пару таких элементов поставить. Дополнительно меня радует, что они стали не только добавлять новые цвета, но и делать на нее графику. Да, то есть более интересно стало. Уже выглядеть. Что-то такое, более радостное. Потом, смотрите, иена, ящик 25-35 на 20, 369 рублей с красивой крышкой. То есть его можно просто и для эстетики поставить. И большой ящик, который умещается идеально в коллапс, 32-35 на 32, 500 рублей. Вообще, тиены мы пользуемся дома уже давно. Я довольна этой линейкой. И дома, и в офисе у нас тиены. Глаз, ты меня видишь? Я тебя тоже. Смотрите, в отделе хранения появилась очень классная новая серия Пурингла. Я уже собрала отзывы с других служб доставок и из других городов. Вот смотри, 129 рублей, вот такая корзинёшка. Ведь куда угодно можно в ванну подвесить за петельку, как для зубных щеток, например. Почему говорю для ванны? Она внутри прорезиненная. Видно все это? Нет, не смогу я тебе передать. В общем, текстиль бежевый. Основа – полиэстер, 90% переработанного материала, покрытие, полиэтилен, винил, ацетат. Размерчик у маленькой корзинки 10-10 на 15, 130 рублей. Дальше следующая корзинка. 25-20 на 20, 249 рублей. Дим, смотри, как классно, две ручки. Ну вот, не знаю, для ванны, куда-то для гардеробной. Это прям вот шикарнейшая серия. И главное, если вам не надо, она не занимает места. То есть это нет такого, что мы попользовались и выкинули. Это как раз вот экологичное потребление, когда вещь многофункциональна. Так, следующая корзинка из этой же серии. 349 рублей, 30, 25 на 25. Кстати, в стеллаж этот фьюсы войдет, который за 2000. Я могла опять название переврать. Но который аналог Калакса, только помелче. 449 рублей. То же самое. Так, разворачиваемся. Ной Ик. Органайзеры. Значит, они у нас очень бюджетные. Полипропилен, 20% переработанного материала. Давай разбираться, что у нас здесь. Вот такой лоточек. Можно, кстати, использовать даже на улице. 10, 20, высота 5, 59 рублей. И еще, смотрите. Не делайте так. Вырезай. А тут, блядь, диваны лазят. Давай. Заново? Ну, доставай заново. Ну, давай заново. Давай. Давай. Линейка Ноик, пластиковые органайзеры. Главное, только их не сжимайте сильно, потому что могут треснуть. Значит, за 29 рублей вот такая вот маленькая фиговустенька. Ну, хотя вот, например, какие-то женские штучки, да? Нет, браслет не буду снимать. Вот резиночка у меня в кармане есть. Довольно-таки много сюда уместится резиночек, да? Ну, зачем? Тут я бы еще положил бы все вот шампуни, все тюбики. Кремики. Вот ну, не, в большой лоток. Ну, да. Значит, побольше лоточек, 59 рублей. Размер у него уже 10-20 на 5. За 49 рублей размерчик, наверное, 10, нет, 15 на 20. Так, а совсем большой? Вот он, 99 рублей, 20-25 на 10. И есть еще вот такой высокий, вообще удобный, кстати, для всякого косметоса. Да я-то вот просто представляю, сюда даже какие-то, не знаю, детские игрушки можно раскладывать. Это все вполне эстетично смотрится. 99 рублей, 20-25 на 10. А я бы под кошак вот этому подарил бы, под какальки. Кошаку под какальки есть другое. Он дороже? Ну, кстати, да, ты прав. Так, мы продолжаем путешествие по отделу хранения. Блэд Драре. Коробки с крышками. Разные модификации. Новенькие, красивенькие, интересненькие. Давай смотреть, что здесь, Дима, как. 999 рублей, самая большая. 35, 50 на 15. Здесь съемная крышка. Крышка с двух сторон. Вообще-то полный аналог гарнитур. Согласись? Есть что-то общее. Прям даже кармашки то же самое. Но гарнитуры, кармашки были раньше внизу выезжающие.
Или нет, это была другая? Это у. Это и есть у Скуба. Я вот про боковые кармашки. То есть это прям реально аналог ребят гарнитуры и по размеру даже похоже. Так, дальше. У маленькой коробочки уже крышечка цельная, пополам не гнется. 25, 35 на 15, 700 рублей. И большой ящик 35, 50 на 30, 1300. Здесь у нас тоже вот такая откидная крышка, она фиксируется. У коробок есть продувашка, то есть вещи не будут задыхаться и запах затхлости не появится. Цвет-то покажешь? А видно же. Дальше. Баксна. Органайзер. Ой, смотри, как интересно. То есть это все драть не надо, снимать не надо, все зашито. Здесь пластиковые элементы, как поликарбонат. Возвращаю на историческую родину. 349 рублей, 26, 34 на 18. Внутри красивого серого цвета, снаружи просто белый. Единственное, что они, конечно, помятые, поэтому если вы сразу их куда-то ставите на внешний вид, не в шкаф, я бы рекомендовала отпаривателем пройтись. Так, дальше размер 20, 26 на 10, 249 рублей. И совсем малышечка, 149 рублей, 17, 20 на 6. Ну, кто вот затыры, вот, чтобы телефончик на месте лежал, два телефончика уместится. Samsung K51, если не меняет память у тебя. Да? В школу учителю на стол. Телефон. Да. Сейчас, кстати, многие учителя так делают. Так, здесь мы уже до этого все снимали. Здесь новинок у нас нету. Мы идем в оформление. Смотрите, что появилось. Цветочная отдушка в мешочке. Кроп-уп с варм. Сделано в Италии. Здесь 10 грамм лаванды. То есть можно положить куда-нибудь на вешалку. Кстати, можно, Дим, повесить. Смотри. А мы сейчас это покажу. Вот дырдочка. Видишь дырдочка? Дырдочка на вешалочку. Вот берем вешалочку. На нее вот так вот одеваем, и она вот здесь у нас висит. Ой. Это как аналогия елочка в автомобиле. Ее можно и в пакетике, можно и без пакетика. Только это натурально. И смотри еще, что появилось. Вот. Комплект из двух... Да. Здесь такая форма. Вкусите аромат. О. Кошак от валерьянки, да? Да. Еще смотри. Вообще, я люблю эти вешалки. Я даже читала историю создания, кто изначально создал вешалки с мягкими краями. Была такая очень сильная женщина в Америке, предприниматель. Не знаю, жива или нет. Но суть. Это те же икеевские стандартные, известные нам плечики бумеранг. Только бумеранги обычно в пачках, а это за две штучки 249 рублей. В чем разница, казалось бы, да, дороже? А разница вот в этой фетровой мягкой обивке, что вещи у вас уже не мнутся, заломов нет. Дим, по плечикам это еще не все. Пойдем дальше. Бумеранг. Одна штучка, плечика, за 199 рублей. В чем разница? Смотри, они гораздо больше. Они подходят для мужских крупных пиджаков, рубашек, курток каких-то больших. Чтобы плечики не ломались. Чтобы плечики не ломались, да, 199 рублей. Поэтому кому актуально, это тот же бумеранг. Я не зря подошла к классическому бумерангу. Дима, все-таки сравнить, да? И эта часть побольше, и сам крючок, ну и, соответственно, шире хвостики. Мы в последнем любимым многими женщинами, но не любимыми мужчинами отделе оформления. Так, фонари. N-Room. Зеленый, 27 сантиметров, 700 рублей. Очень красивый. Поговаривают, что Ротера потихоньку будет покидать, вместо нее вводят N-Room'ы. Кстати, мне больше нравится N-Room, чем Ротера. Ну, у нее узор более такой вот. Более утонченный. Дальше. N-Room бежевый, 279 рублей всего лишь. Конечно, вы не любите, когда эту тему затрагиваю, но вот данный фонарик очень хорошо на кладбище. Люди ставят сюда свечку. Цвета. Ну да, черного цвета. Они есть, пожалуйста. Они металлические, и их даже прямо в бетон монтируют. Они для того, чтобы поставить свечку. Здесь ничего не задувает. Ну, извините, мы все же... Ничего не задувает. Оно задувает. Ну. Но никогда ты просто свечку поставил в открытом доступе. Так, пойдем дальше. Ван Лиген.
99 рублей, 4 сантиметра, светло-розовый. Вообще это подсвечник, но очень многие берут под соль, под специи. Ну, Дим, ну скажи, стеклянная красивая штучка. Оформитель очень любит. Не написано и не знаю, да? Да, не написано и не знаю. Значит, как надо. А, так, еще новенький подсвечник за 149 рублей. Стабик. Тоже интересно смотрится. Внутри железный. Красиво, когда отблески пламени. И вот это вот все рисунок показывает. Оно еще будет отражать вам по стенам. Угу. Вот, потому что там... Внутри серебряночка. Будет двойной эффект у вас. Ой, я так ждала, когда он опять вернется. Малыш именно. Эдельхед, 21 сантиметров. Есть большой, а это маленький. Такой классный. У него такая хорошая дверочка. Здесь стекло. Он проводит очень изящно. 500 рублей. 500 рублей. Пойдем часики новые покажем. Линейка Синлик, теперь ее как только она не называется, у Икеи, разные свечки. Вот это, например, светлая, свежая клубника и красно-розовый. Интересно, не пожалуйста, баданчик. Ну-ка. Фу, такой, знаешь, синтетическая какая-то клубника перенасыщенная. Бе. А баданчик, пожалуйста. 199. А банановый, оранжево-желтый. Нет, очень такие ядреные ароматы, не для моего носа. А, Синлик вишня, вишневый ярко-розовый, 129 рублей. Кстати, стакан одинаковый, разница только вот в переходах. Кому переход не принципиален, возьмите подешевле, 70 рублей сэкономите. Вот вишня более-менее один. Он такой легкий-легкий, еле уловимый. Конечно, это не парфюмированные ароматы, но тем не менее, когда уж совсем ядреный, то аж глаз дергается. Судя по всему, это арбуз, нет, кокос и цветы. Ну, более-менее. Не такой ядреный. Так такой же размер, да? Да, они одинаковые полностью. И, кстати, вот Силик появилась еще и маленькая вишенка. Поэтому старайтесь, когда вы не знаете, какой цвет, и вы боитесь, что вам не понравится, будет неприятно вдыхать, рядом с вами это будет находиться. Берите малышей, попробовали, не понравилось, не жалко. Можно кому-нибудь передарить. Так. Ну. Ой, очень безумно. Давай, не надо. Новые часики. Плира. Красивый бирюзовый оттенок. Но вы уже заметили. Кухня бирюзовая, коврики бирюзовые, тарелочки бирюзовые. 449 рублей. Пожалуйста, на ваш выбор. Какие хотите, хотите без. Таких будильников у Икеи всегда много. А, отличается цветом, внешним видом, ну, возможно, иногда циферблатом. Звонок у всех одинаковый. Пойдем в продолжение вандализма. Я покажу еще один. Пойдем. Одну еще жертву. Кого? Открутили у черного часика крутилку с как? Настройками. Как? Вот у красного есть. Ага. А у черного заметили, выдрали. Да? Да. А у черного нет. Выдрали. Не мое, не жалко. Давай. Так, ребят, появились новые постеры, очень много всяких интересных. Двухсторонний, два постера в комплекте, 199 рублей, растения. Раз, два. Убираю? Да. Следующий постер, 249 рублей за три штуки, вишня в цвету. Только вот так показать можем. Вот она вишня, журавли. Угу. 399 рублей птица на ветке. Три штуки в комплекте. Раз. Угу. Два. $199 постер разноцветный, просто перья. Размер 50 на 70. И огромный постер 91 на 61. Называется «Небо в городе». Рамка обязательно. Постер – это бумажка. Нашли еще одну новую картину. Размер 70 на 50. Локабрун «Агат». Она уже нанесена. Это не холст. Не холст, да, на твердую основу. Это очень-очень удобно.
Она у вас не замнется, не вытянется и так далее. Смотрится красиво. Это срез агатового камня. Ну, изображение. То есть скажешь, что конечно. Просина сказала, что это агат, да? Кусок агата. Дайте мне за 1300 кусок такого агата. Дорогу. Так, а рамы с постером 8 предметов, кнопенг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Уже готовые картинки. Ничего не с надо. С рамочками. И рамочки еще мало того, что с паспорту. Удобно. За 2300 красотища. А есть еще в черном цвете. Ой, вообще шикарнейший, да? Жук самый удачный во всей этой коллекции. 2300 то же самое. Мне кажется, даже новоселу на подарок, да? Пойдем еще картину одну покажем. Даже ценников еще нет. Я думаю, что это набор из двух штучек, скорее всего, будет. Я сейчас скажу, наверное, но это будет правда. My Little Pony, наверное, да? Почти, да, похоже на My Little Pony. Я это не смотрю, да? Не, не смотрю, только у тебя две дочери есть. А так ты не смотришь, нет. Пойдем. А, вид горы Фудзи. 2300. Холст. Холст уже сразу с рамой. Все натянуто, не надо ничего делать. Получается, год Японии в Икее. Может быть, вот прям вот такое ощущение. Кстати, я нашла поняшек. Кстати, да, вот дизайнер потихонечку-потихонечку начинаете присматриваться, потому что мы уже в новинках вы заметили много японских. Японских орнаментов. 800 бамбук, рублей. Посуду. Да. 800 рублей. Можно здесь купить. Да. Сам не буду заморачиваться от этим заниматься. Ну, и сделано миленько. Смотри, вот еще новые картины. Ой, как этот. Ну, озеро соляное, да? Подвиньтесь-ка. Пляж. Картина две штуки. 50 высохший. На 70. Вот, раз, два. Высохший чакрак. Высохший. Язык сломала. Все. А, кстати, он недорогой, судя по всему. 1300 всего стоит этот набор. Для новосела тоже шикарно подорол. Ну, при условии, если Довосёла любит вот это такое, да, все это гадость. Да, и ещё смотри. Ой, Дима, можно это я? Можно это я вот тут сижу? А примерно в июне, наверное, когда будет самая хорошая погода, в Дагестане примерно... Так же. Будем лицезреть сие природу. Вот. А, это к чему Дима сказал? Ну, мы, в принципе, рекламу уже не делаем на канале. Я думаю, можно самого себя прорекламировать. Ну, заранее скажу, мы будем снимать блог. Да, в общем, суть в чем, про что Дима сказал. Мы едем в Дагестан, мы выиграли от компании... Спасибо! Я, вот, к сожалению, дайте знать. Я с женщиной общался по поводу IKEA, я консультировал ее по духовке Лаган. А она в Инстаграме. Да, по Инстаграму. Она из Дагестана, село... Гунип. Да, с Гунипом. Пожалуйста, если вы смотрите, дайте о себе знать. Я нечаянно ваш контакт удалил с Инстаграма. Вы нам очень-очень нужны, да. Честно. В общем, ребят, мы с командой едем в Дагестан. Едем за счет компании. Я неправильно сказала, мы не выиграли, мы получили... Мы заработали. Заработали, да. Подарочный сертификат на 4000 долларов. Сейчас боремся еще за один такой же сертификат. И мы едем не вдвоем с Дмитрием Юрьевичем, мы едем командой. И кто давно за нами наблюдает, или, допустим, вы уже в сетевом с большим опытом, но с малым результатом, присоединяйтесь к нашему командному путешествию. Можно еще в январе либо в феврале. Мы вам поможем. Вы успеваете в последний вагон. Да, в общем, кто хочет с просинами в Дагестан, посмотрите, погуглите. Зайдите «Орел и Решка», Дагестан, да. Махачкала, Гунип. Вы обалдеете, честно. Так, возвращаемся к Икее. Картина новая. Это не реклама. Пьетерит. Язык тролля называется, Норвегия. Очень красиво. Ну да, картина заставляет задуматься. Да. А вот это, вот, о том, что ты человек-букашка в этой природе. Блин, очень красиво. Прям вот от души. Так, мы, наверное, все по новинкам, да? Зеркала мы просто снимали. Так, в цветочке обзор уже вышел. Там ничего особо нового нет. Наверное, все, друзья. Давайте сделаем так. Обзор, я чувствую, получился очень длинным. Угу. Кто досмотрел до сего момента, поставьте лайк и напишите комментарий. Тем самым мы посмотрим, а сколько же народа смотрит обзор эти обзоры до конца. Прям пишите, я досмотрел. Ну, четыре слова. И среди тех, кто досмотрит, мы сделаем розыгрыш одного подарка от нас, от Про Икеи.
Подожди, я досмотрел обзор новинок до конца. Вот ключевой, нужно написать. Слова. Я досмотрел обзор новинок до конца. Ну или можно местами менять слова, но чтобы значение вашего предложения было. Я досмотрел обзор новинок до конца. Пять слов. Я досмотрел обзор новинок. Ну, до конца в одно слово соединим. Ну, пусть. Пять слов должно быть в вашем комменте. Вы это пишете. Обязательно лайк. Да. Лайк, подписка должна быть, мы все это проверяем. И среди этих мы прям руками будем выбирать. Так, давай срок поставим. Месяц. Месяц. А когда обзор выйдет? Ну, я думаю, в понедельник. С момента выхода обзора ровно месяц. За этот месяц мы собираем комменты и среди вас разыгрываем очень классный подарок. Это будет светильник, вышедший из ассортимента новый в упаковке. И мы его за свой счет вам отправим. И мы сразу ушла, раз такая пьянка пошла, я буду разыгрывать скоро холсты. Что разыгрывать? Холсты. Ну, которые... картины, вот похожие на такие, но они уже давно вышли из себя. Поэтому досматривайте все наши обзоры до конца, потому что такие вещи будут именно в конце обзора. А холсты уже эксклюзивные. А может быть даже в середине, а может быть и в начале, поэтому смотрите обзор целиком. Так, ну что, друзья, все, мы прощаемся, технике нужно отдохнуть, 3 часа беспрерывных съемок по новинкам, и пойдем дальше. Да.